Вернемся к реформам. Большие перемены грядут в сфере высшего образования. Кольский филиал Петрозаводского университета в 2016 году поменяет свой статус. Он войдет в состав единого в Мурманской области Арктического государственного университета. Проект МАГУ, по мнению руководителей вуза, откроет для учреждения новые перспективы. Подробности прямо сейчас. К новой ступени развития Кольский филиал подтолкнула нелегкая обстановка в системе высшего образования. За последние 5 лет количество студентов снизилось почти в 2 раза. В то же время для развития Арктики Мурманской области необходимы кадры. Прогнозы показывают, что с кадрами скоро будет совсем плохо. Система колледжей в области более-менее сложилась, а вот вузов нет. И решением этих проблем занялось руководство области, в частности, лично губернатор Марина Васильевна Ковтун. Она взяла эту проблему в свои руки, встретилась с министром образования и науки Дмитрием Ливановым, с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, и этот вопрос решила. В 2015 году появился Мурманский Арктический государственный университет, многопрофильный вуз. 30 декабря в состав МАГУ включен Хибинский технический колледж. Теперь очередь за Кольским филиалом ПетрГУ. Вступление в МАГУ означает участие в образовательных, научных и инновационных процессах в Мурманской области. Учебная база для студентов остается та же, но, возможно, добавятся новые направления. Государственный диплом Мурманского Арктического государственного университета будет достаточно весом для Мурманской области точно, за пределами Мурманской области тоже, потому что Мурманск все-таки знают все, в Карелии, наверное, нет. Процесс включения Кольского филиала в состав МАГУ непростой, но открывает новые перспективы. Поэтому для достижения успеха сотрудники филиала готовы приложить все усилия и достичь намеченных целей.